У Гомельской области свято 1 мая отзначили проведением культурно-массовых мероприемств с уделом областного совета профсоюзов, творчих коллективов предприемств и установ. У Гомеля уже на протягу многих годов головная пляцовка свято на летней эстраде Центрального парка. Разом с выступлениями творчих коллективов, викторины и забавляльные конкурсы. А проча того, по традиции 1 мая в областном центре открылся сезон фонтанов. Механизм запустили у 12 годин во всех районах города. На каждой пляцовце эта подея сопровождалась насыщенной забавляльной программой. Хойники приняли эстафету республиканской акции «Здоровье женщины, здоровье нации». Штогодовое медицинское обследование тут обовязковое для усіх. У рамках акции частку этой справы вырашил взять на себе Белорусский союз женщин. Его активистки собрали команду врачов высшей категории из ведущих медицинских установ Украины. При этом гости у белых халатах не только консультовали, але и при необходимости одразу выписывали накирование у медустановы республиканского узровню. Непосредственно приемы должились несколько годин. За гэты час врачи поспели принять каля 100 пациентов, у лику яких люди с вельми редкими и навод уникальными клиничными выпадками. А проча того, доброчинцы наведали районы центра коррекционно-развивающего навучания, где выховываются дети с особливостями психофизичного развития. Третий працовный семестр лета 2017 стартовал в Гомельской области. Его урочистое открытие прошло каля монумента героям-комсомольцам, которые загинули у годы Великой Отечественной войны. Первый студотрад пачне працу у мая на территории палацово-паркового ансамбля. Зараз ведутся размовы о працеводковании молоди за мяжу. Как чекается, отрады будут працевать у лагеры Орляня в Краснодарском крае, а так само у сельской господарцы у Московской области. Каля 30 бойцов из нашего региона так само примут удел во усебелорусской будовле на острове Советская атомная электростанция. Усяго жадание удельничать у працоўным семестры сёлета выказали больше, як 2000 молодых людей. Газета «Гомельские ведомости» представила у Москве выставу гомельских фотографов «Память в лицах героев войны». Мероприемство прошло у громадской палате Российской Федерации. Автор проекта – редактор отдела культуры Дмитрий Чарнявский, який увасобил его совместно с фотомастаками Гомеля. Экспозицию склали портреты фронтовиков и фрагменты интервью. Усяго у громадской палате представили 50 портретов. Але полная коллекция «Гомельских ведомостей» наличивая 118 фотоздымков. Плануется, что у худким часе выставу убачать наведвальники Центрального музея Великой Отечественной войны у Москве, а так само жыхары інших регионов России. Юбилейный вечер актрисы, ведущего майстра сцены Галины Анчишкиной отбылся в Гомельском городском молодежном театре. О премьерном спектакле «Дивная миссис Севич» Галина Анчишкина сыграла высокородную женщину, якая, заставшись удовой, ахвяруя семейное богатство в доброчинный фонд. Дети ее былого мужа, каб заховать спадщину, отправляют младших у притулок для психично хворых. Миссис Севич помстит своим опекунам вельми оригинальным способом. Премьерный спектакль – это комедийная история с элементами детектива. Подчас юбилейного вечера с днем рождения Галину Анчишкину повиншовали коллеги и прихильники. Сегодня на телеканале «Беларусь 4» ведущие гости программы «Добрый вечер, Гомель» будут вести размову про ежу. От чего залежат наши кулинарные прихильности? Учим секрет популярности итальянской кухни и как популяризовать белорусские стравы. У прямом эфире дегустация вялизной пиццы и мачанки, готование киселю. Глядите программу «Добрый вечер, Гомель» сегодня в 20:40 на телеканале «Беларусь 4». Долучайтесь, телефонуйте в студию 3 7 519. У Жлобине прошел первый открытый турнир управления Следственного комитета Республики Беларусь по Гомельской области по мини-футболе. Организаторы посвятили его дню перемоги в Великой Отечественной войне. Удел в спаборництвах приняли 6 команд. Опроча непосредственно организаторов, сборные Центрального аппарата Следственного комитета, областного управления внутренних справ, прокуратуры, пограничного комитета и управления Державного комитета судовых экспертиз по Гомельской области. Головный приз первого турнира у организаторов. Третье место у их коллег Центрального аппарата. Помеж ими сборная пограничников. Узять реванш тех, кто не трапил у тройку переможцев, смогут у наступном годе. Правда, конкуренция будет еще больше жесткой. Организаторы мают намер повялишить колькость команд и провести другий турнир у статусе международного.